Я все равно остаюсь оптимистом. Я знаю, что осталось как минимум 2 недели. Хотя у меня вопросы, если остались только 2 недели, и если не больше. Потому что мы знаем, что есть обращение в Конституционный суд от президента Республики Молдова. И мы еще должны понять, когда истекает этот 3-месячный. Да, мы об этом обязательно еще поговорим.